Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас, думаю, очередной интересный видос. Я показывал вам, что у меня было около 700 тикетов, которые я получил там за неделю. За неделю я, как видите, уже прокачал 3500 силы. Ну, не силы, как бы сила это сбитие замков, привычка. Кубки, то есть 3500 кубков. Не особо я там утруждаюсь, 4К домой апну. То есть за неделю у меня фактически 4К кубков апнуто. Плюс вчера была роборубка, и я с роборубки там в районе 500 тикетов потратил и получил. Ну, я немножко пооткрывал, 250 сундуков у меня осталось на сегодня, 225. Почему открывал? Потому что я сегодня получил наконец-то еще одну пассивочку, звездную силу на бот. Теперь он видит с кустов, офигенная звездная сила. У меня по сути осталось на сегодня только рикошета, да, 5 на десятку, ну и получить кактуса, спайка, который тоже довольно-таки прикольный герой. Ну, я думаю, скоро будет обнова. Я не буду ждать до обновы. Возможно, новый герой просто так попадется. Поэтому сегодня у нас будет открытие сундучков. Вот, делаем вот так вот. У меня, как видите, монеток вообще практически нет. 66 осталось. Пооткрывал сундуки ради силы, звездной силы. Поехали. Попробуем 225 сундуков открыть, получить недостающего героя либо звездную силу. То есть мне сейчас будут падать монетки в основном, то есть любой, а нет, еще может, ну, тут кристаллики будут падать, билеты, тикеты. Но если будет обычно, то это будет либо звездная сила, либо недостающий герой спайк. Так, я пока бегать не буду, ребят, вам видосик. Так, тикеты, напишите потом, сколько тикетов я получу, то я что-то не посмотрел еще. Тикетов до фарминг, честно скажу, блин, бегать даже по 20 я сливал, максимум что я набивал, мы в районе 5.50 бегали, то есть это 1100 там с копейками получалось у нас. Так, 1160, если не ошибаюсь, это был потолок. Это получается 11, практически 12 сундуков я получал. Сейчас монеток накопим. В принципе, завтра, скорее всего, будет следующая звездная сила, уже последняя на рикошета. И, в принципе, все, у меня аккаунт только нуждается в спайке. Ну, отсюда я уже показывал вам, что мегабоксы все-таки намного круче в плане осколков героя. Два билетика. Героя мне сейчас скачать вообще налегке, заходишь, пару мегабоксов взял, и в принципе у тебя герой апнут на максималку, потому что все герои уже доапаны. Мне осколков, в принципе, героя вообще не надо. Поэтому в этом плане интересно то, что он не падает на все герои, а падает только на недостающих. Так, ничего себе, 8 прям. Так, 3. Не хотят, не хотят. Ну давайте уже. Интересно, сможем словить спайка или нет? Заглушить. 121 монетка. Опять монет этих накопится. Уже 4000. Шанс, конечно, выловить отсюда. Не знаю, мне
Леон упал, в принципе, с боксом, хотя я дофига тоже боксов пооткрывал, там тоже около 200, но только одна легендарка. Ворона Крю я купил за сколько? За в районе 500 чем-то. И всего продали. В принципе, мне и спайк должен упасть. Так, странно. Здесь удвоители, походу, вообще не падают. А, вот только сказал, сразу же упали. Плюс 200. Было у меня там около 8000 вчера. Все полностью слилось. Даже больше еще докупал. За кристаллы, потому что реально не хватает на роборубке с таким количеством тикетов. Ну, соответственно, получил 250 таких сундуков. Думаю, на прокачку спайка и нового героя мне по-любому хватит монеток. Одна еще билетик. Жесть, конечно. Ну, блин, дайте хотя бы эмблемку. Как видите, шансы вообще никакие. Не хотят, короче, уже почти 100 сундуков открыли, как видите, шанс все-таки никакой. Единственный герой, который остался, одна эмблемка для максималки. Да, ничего так монеток накопили уже. В принципе, они все уже будут копиться точно так же, как и все остальное, потому что качать больше, по сути, нечего. Роборубка еще 20 часов. Нужно будет еще сегодня подфармить немножко роборубку. Да, удвоители даже плохо падают. Как видите, в основном падают кристаллы зеленые. Тикеты отсюда. Да, тикеты, конечно, падают хорошо. Да блин, дайте уже последнюю эмблемку, ну. Не хотят, не хотят они. Ну, 1015, думаю, на фарме. Реально бо очень интересный, не знаю, мне он тоже очень понравился, конечно, он сложный в управлении. Ну, не совсем чтобы сложный, но очень прикольный, особенно когда он уже зарядится, плюс пассивка появилась, очень понравился. Thank you.
Нифига. 53 сундука осталось, я уже заманался их открывать, честно говоря. Хорошо, что у меня еще собраны все осколки. Вот, видите, это хорошо. Ну, кристаллы, как видите, тоже копятся. Ну, тики-то штук 50 вытащили. Вообще без вариантов. Придется все-таки ждать завтрашнего дня. Либо левел до апа, там, по-моему, церковник. Может, что-то дадут интересного. Да, ребят, без вариантов. Ничего себе, удвоители прям посыпались. Все 16 200, чуть-чуть больше даже мы зафармили. Нифигово так, где-то билетов 60, а то и 70, и там еще вернули. Ну вот, честно говоря, маловато, но на 3 заходика еще на 30 сундуков в принципе хватает, плюс кристаллы, там у меня около 700 было, тоже 70. Ну то есть где-то плюс-минус одинаково падает. Так, что там у меня в магазине? Ну, заберем сразу же вот эти. Тикеты докупим. 400 тикетов у меня уже опять есть. Это на 20 каток. Да, на 20 каток. 20 каток. Это еще 200 сундуков. Правда, надо умножителей. Дофига, но можно будет взять. Что у меня по умножителям? Удвоитель. 1900. А мне 20 каток. 8000 надо. Это еще надо будет нормально подупипать. Это слить 300 зеленых. Даже больше чуть-чуть. Не, 300 где-то. В общем, вот так вот, ребят. Пишите в комментах, хотите ли вы дальше увидеть открытие таких сундуков. Я постараюсь сегодня дофармить еще тикеты, если будет команда. И дальше будем дрешивать с вами все. Всем удачи, всем пока.